давай еще фак-карту и... Пиздец. Так, а может мы найдем хост просто? Ну пока нету фака, одну карту давайте. Давайте потом какую не играли. Что значит пока нет? Я говорю, я спать очень хочу. Что значит пока нет, блядь? Давайте какую-то. Ту, которую не играли. Давайте какую. Ну давайте, может, не, фак, ты составь, может, и иди спать. Чё ты? Не-не, я комп не оставляю. Чё, ну я, блин... Фак, почему? Он потому сам, что наверное, у меня плачет. Кровать рядом компьютер, который, ну, типа, это, коробка светит, на, светит мне, блядь. Ты можешь отключить свечи. Так можешь, я так знаешь, как делаю, я пока, если он не шумит, а светит только, то я стулом закрываю. То можешь, а глаза ты закрываешь, когда спишь? Ну вообще редко. Я понял. Представил эту картину страшно. Ну я просто... А, ой, ребят, Steam упал, ну пиздец. А, ну все тогда, Steam. Steam не упал, что ты гонишь? А, я наебал, ребят, вас. Это Серёжа шутит. А я уже закрыл лол. Короче, я отойду на минутку быстро. Попробуй создать сначала. В смысле, Steam упал, лол, у меня упал. Не упал. У меня упал. Я нажал войти и все. Вот. Давай, сейчас нажму. Я в сети, ебах в сети, Лёха в сети. Чувствуете, сети. Как у фака это? Голос Алок сразу. Чувствует, что факер важен сейчас для нас. Такой, да? Ну ладно, сейчас. Да? Фак, ну закрой стулом по стратегии кекса, ну. Вон ты в стиме, ты не в игре просто. Фак. Сейчас зайду. Ну надо. Пусть попробует этот, ванскор. Этот. Вайдер. Нормально. Попробует, он уже скрам на твоем посте один раз. А вады нету, он обычно просыпается в это время. Фак. Ну что, фак, ну ёбаный в рот. Ты видишь, как ты важен для... Okay. Нашей страны. Не для Хафляндии, а для нашей страны. Давай, фак. 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 Какую карту создавать? Интересную какую-нибудь. О, го вот эту, помнишь, где мы с тобой кекс в фонари превращались? Там же да. У нас тоже композиция прикольная. Не. Крэш-хаус. Это зомби-бункер, Лёха. Сможем зомби-бункер? Нет, надо, знаете, карту. Toxic House, слышите? Вот это best мапа. Какая? Как? Toxic House. Может, ты это с CS 1.6 зомби-модом перепутал? Там такая есть. Не, мы играли, короче, там дом вокруг зомби ходят. А, ну так это же она же есть. Ну я где вы знаю. Две лампы взяли и наверху на втором этаже встали? И где кто-то унитазом факер вроде становился? Или нет. Вада. Нет, да, зомби-бункер, по-моему, называется. Нет, зомби-бункер, Лёха, ты где мы фонарями становились в комнате с базуками? А Toxic House — это комната, где до хера деталей, и вообще она маленькая очень, но на неё угарно будет. Go Toxic House, слышь, Обизон. Вот там Андрей папчики катает. Так, Гай, слышите, давайте хвоста, может, спросим, потому что... Он вроде... не может хостить, он говорил был. К нему там гости какие-то же. Алло, я тут. Попробуй пока захостить, Иван. Ну, скажешь как? Новая игра, там выбираешь Prop Hunt, выбираешь любую карту, которую напашь. Ставишь 16 плееров и начать игру. Да, здесь справа внизу Prop Hunt. Слышите, в хоста включу компо, может попросим, чтобы он ну, в том же режиме просто захостил и типа это. Чё? Так он возле компа, ты думаешь? Блин, ну... Мало он не может пар. Хостить, он говорил. Да как не может, он все может это. Нет, может, нет, он говорил, что ой, именно ой. Это он не может хостить. В смысле? Как мне хостить? Так, нужно... Как можно хостить все, но именно это не хостить? Я даже не понял. Спасибо, него. Я могу хостить Trouble and Terrorist Town, но не могу хостить Promise, потому что у меня тупо его нет. Справа внизу Prop Hunt есть? У меня нету его тоже там Prop Hunt. А, надо вниз. Подписаться нет, в воркшопе. А не важно, пусть, короче, что угодно создаст, может, если вы к нему можете зайти, то, типа, дальше... Да, в натуре создай просто любой сервер, убери галочку локальной сети, поставь не синглплеер, а что-то там другое. 16 плееров. 15 плееров, скорее. 16, да, если что, свой паспорт. И Илон мод не ставь только. И заводи. Старпей. Гол. Бля, болею за тебя, Вань. Фак, а я за тебя. А я за тебя. А ПЦ фак, конечно, это. Могу групповушку. Ну, Лёх, ну ты будешь обвинять меня в том, а что у меня режим? А какой ник я тебя не видел? Нет, я буду обвинять тебя в том, что ты не можешь компас ставить включённый. Вот, сейчас по мне зайти, я буду в стеночке. Не, по тебе нельзя заходить. А, нет, можно, слышите? То, что у тебя режим, наоборот, молодец.
По балышу можно заходить. О, по балышу, все, факт. Наконец-то избавились от этого хохла, да? Ой, здесь тут что-то... Ёбаные хохлы, сколько можно уже? Скоро от всех избавимся. Я шотган уже сейчас снял. Сейчас вообще поменяется и всё, ГГВП. Подожди, только надо это создать, ну... Ванскор трейлер. Лёх, дайте в кровь ебальник. О, мы в неё играли на этом. Так нет, я не хочу ТТТ. А, я тоже не хочу ТТТ. А как мы будем пропхант? Я пойду банк открывать. Пропхант, надо подписаться на пропхант в этом. Давайте говорить, открывай. Пацаны, я нашел обуз. Сейчас я дам. Пацаны, я нашел обуз. У меня пули не тратятся, но я стреляю. Как вам? Может, ты холосты не стреляешь. Ты сразу же оружие меняешь? Да. Это фейк, в 1.6 такая же хрень. Почему фейк? Ну, типа, только ты видишь, что стреляет это. Блин, что ты поджёгся? Так, кайф, мы ТТТ хотим, что ли? Нет, мы хотим пропхан. Наверное, надо... Too easy. Так, кинь мне ссылку, попросил, или мне сейчас самому найти? Так это, смотри. В смысле, я чё был? Я предателем, что ли, был, бля? Я блин, ребят, давайте! Нажать инстал? Нажми сетевая, ну или так. Можно нажать сетевая игра, видишь там пропхант, и справа внизу будет стрелочка такая. Я нашел, короче, аддонс, гейм модс, и вот нашел пропхант. Ну или так, да, точно. Я его сейчас выбираю. Все, а как? Старт new game. Он хвост в скайпе пишет. Пропхант. Какую карту выбрать? У меня их 4. Токсик, тебе вообще, во-первых, карт надо прокачать. Ты интернет хороший, можешь прям все? Короче, смотри, можешь написать в поиске PH, нижнее подчеркивание, вообще много накачать. Но в приоритете Toxic House, короче, сейчас я поищу. Так он туда может поиск написать, понимаешь, Toxic House, он найдет. Ну я что-то вот сам ищу и не могу. Я открыл, короче, все карты, а поиски не могу найти. Да короче, любую, давайте, Егор. Не-не, любая это отстой, там типа есть. Нужно найти. Первый тут подонок, я найти, блядь, не могу. Иди нахуй, кто-то меня убивает. Изи. Форт изи, блядь. Пам-пам-пам. Пропхант. Мэпс. Блядь, я был террористом, ёбаный в рот. Посыпали убивать. Аддонс. Я не могу карту типа. Прям плюсуй люто, короче, карту. Короче, кое по какой-нибудь. Вон зомби бункер внизу. Лол, Titanfall запретили стримить на Твиче. Почему? Не знаю. Авторский. Да, я зашел. Курит мне копию. А, вы прям. Все, я понял. А вот. Что такое Titanfall? Игра вроде новая, классная. Да. Нет, залогинится только. О, да, я скачаю. Какую карту качать? Она типа ОБС? Ой, в смысле, ОБТ или что-то? Да, вообще без понятия. Ну, короче, это что-то типа кода, но там поинтереснее намного все. Ну, я хер знает, я бы... Какую карту будем? Можно офис? Нет, мы же тогда Gas Station завели и так и не сыграли. Toxic House не скачал? Вы кинете на ссылку, я скачать должен. Я вот ищу просто. Я ж вейст. Соло, ты уёбан? Нет. Так нахер ты этим занимаешься? Можно, можно библиотеку. Соло, я свой. Я дезматч катаю просто, фангет. Да я свой, успокойся. Вы вместе дезматч. Паш, Toxic House вообще нет такой карты. Ну, она не так называется, если она... Там вот что Toxic House. Зомби от... Ну там зомби вокруг было, как она называется? Зомби вокруг дома были. А зомби агрессивные? Или так просто? Нет, просто карта такая, типа. Зомби-бункер. Нет, зомби-бункер это вот, блядь, фу. В зомби-бункере, который мы играли, а есть еще этот, сейчас скажу, кон. Может, Exit Failure? А, нет, это зомби-бункер, конечно. Блядь, какие-то карты без этой, без... Nightmare House. Че, офис вам не нравится? Нет, хаус, может быть, но сейчас я... Не, как хуёво.
Ваш гараж. Чё, и нормально форсер рок держится? Беги. Почищите карту, я пока... А ты ж москаль? Какая карта вроде хорошая была? Чё? Ты москаль же? Ну, какой пинг. Я москвич, блядь, москаль. Блядь, москаль. Ты москаль, а ты гетеросексуал? Или би? Би-би. Нет, только Nightmare House есть. Ну, из того, что ты называл, и того, что мы не играли. Nightmare House, может быть, она, да? Да мы играли ее, почему не играли? This map need Counter-Strike Souls, тра-та-та-та-та, Baby Room. Вот, нашел. 5 баллов у карты. Вот, даю ссылку. Давай. Хуй знает, я такое название первый раз вижу, но мы на ней играли. Так, и... Да, задрочил какую-то карту. Так, и subscribe, да, просто нажать? Да я не задрочил, мы на ней не играли, потому что код текстур. Subscribe нажать, слышите? У Вады не было текстур. Подписаться, да-да. Так, значит, старт new game. А, я вспомнил ее. Я создал. Мы там пару раундов всего сыграли. 7 шатдаун, да? Странно жужжит. Да, я помню, я там в одно место забился. Я создаю, вроде как. Да, я нажал на кнопку, и у меня зависло что-то. Давайте все вместе гимн Украины споем. А ты его знаешь? И молчание грубовое. Чё-чё? Вы о чём? Гимн Украины хотели спеть, пацаны. Да ни о чём, в общем. Можем позвать Хвоста. И он нам исполнит. Не, я, короче, нажал старт гейм, блядь, с этой карткой, и мне что-то вообще Гаррис Мод завис. Вот хуя. Ну, перезайди. А у тебя Сорос стоит? Стоит, КСС. А, ФНГ. Блядь. А ты знаешь гимн Белоруссии? Угу. Ща, его Гаррис Мод. Слався, картошка, наша, ты че? О, это гимн Белорашки, да? Белорус. Бальбаши, кацапи, хохлы, друзья. Ну, Бульбаши, конечно, самый анскильный, согласитесь? Ну да. Ну да, согласен. Так. Солго, ёбаный Бульбаш. Я не Бульбаш, я Кацап. Поскольку ёбаный Бульбаш. Кацапи! 10 миллионов вроде. 10 миллионов, больше, чем в Украине. Ваня, а как тебе играется с тремя хохлами? Мне с одним тяжело, а как тебе с тремя, Вань? Отлично, особенно когда они, блядь, во время игр поют гимны, это офигеть. Они поют гимн Украину-то? ФБ сделал, и поют. Время. Бля, нормальная тема. Когда Рошана убивают. Слышь, Ванян, бля, нормально. Заставили мне мод установить, там они, короче, минус играют, а они поют, когда Рошан падает. Ставите? Всё, я снова их остановил. ФНГ, а сколько у вас бутылка молока стоит? Доллар. Ну, блин, в рублях ваших. Ну, доллар это дороже, чем у нас. Ой, не, в их рублях. Ванян, что-то нормально. Точнее, всё, меньше доллара, я что-то забрался. Нет, в ваших рублях сколько? Ну, 1005-6, наверное. Какая-то ебанутая сейчас. Лол. Не, а чё вы смеетесь? У нас, блин, типа в 90-х там даже самая хуйня была. Уёбки. За 5000 или 6 белорусских рублей молоко можно было купить? Не за 5, за 100, наверное, даже. Так, короче, вот это вообще норм-мапа. Ты создал? И лол. Давайте только киль, и как все зайдут, и гол. Сейчас все зайдут. И за молочком. Не, вообще молоко, а у тебя большой город или нет? Нет. Просто у нас вот маленький город, но типа у нас даже дороже в два раза. Короче, я слышал про кучу зомби и насчитал только 3. Чё за прикол? Да это не, это мапа на самом деле, но это тоже норм. Не, я вот тут имел. Ты зомби-бункер, Лёха, имел в виду, я же тебе сказал. Ну, где мы в торшеры превращались, правильно? Да, зомби-бункер. Ну, а это что? Это а из... это я уже не помню, как называется, но это та, про которую я говорил. Все зашли? Нет. Где я черепком был, там, ты ружье искал, там, говорил, ну, куда-то. Да, да, да. Не, кто-то не зашел, гудка нет. О, гудок зашел. Я понял, зомби агрессивные, их надо кинуть. Ну, ты их можешь бить, но типа... Нет, подставь гравити, СВ гравити 200. О, здесь ты куда 200, здесь потолок там. В смысле, куда? На шкаф, на стол. Чё, по полу ползаешь? Ты стол прилетишь, имха. Ну, имха. Имха. Ну давайте, что, гол, кинь, пароль, пароль поставь самое главное. Нахуя? А, ну да. Блин, наушники включу сейчас. Я вроде могу... поставил свет пароль. А, зачем мы все на сервере?
Я переключаться не могу. А, вот что он. Пишите, килы поехали, шо вы дрочите-то? О, эгей. Ну, я помню, ты за дредом газеты бегал. Кацапи. Лол, нормально. Кон, игрушки, динозаврик. Алло, напишите килл. О, черепаха. Напишите килл, шо вы дрочите-то? Ебать, Кекс, ты на первом этаже кого-то убил еще? Алло, что килл? Ну напишите килл на туре, шо за нубы? Да и шо? Что, работаем по старым чертежам? А так вот, чертеж... смотри, ребят, кто? Кто? Я вот, смотри. Не могу, не сделал. Я что-то вообще завис. Вот так вот, а? Так ты хантер. Ой-ой, слезь с меня, слезь с меня. Я тоже повись. Так ты на мне стоишь. Нет, я не на тебе стою. Ну ёбаный в рот. А, все. А, у нас еще тут дроп есть, слышишь? Бля, текстурки пропадают, вот это мне не нравится. А я не знал, что дроп я есть. Я не могу залезть почему-то. Да, у меня тоже текстура пропала. Может, я на тебя залез? Бля, нельзя, короче, залазить. Опа, не вижу зомби, можно его убить? Да. Но а у меня хп отнимает, слышишь? Ну, это засчитается, если ты его убьешь. Ну, у меня хп отнимается. Типа зомби тоже объект, в него можно превратиться, но он далеко. Ты отхилишься. Бля, я не знаю, из-за гравитации или нет, короче, но у меня пропадают текстуры иногда, это неудобно. В смысле пропадают текстуры? У меня тоже текстур нет. Ну, подпрыгиваешь, и они пропадают. Но это потому, что ты залазишь туда, куда нельзя. Какой шмон по дому идет, я хуею. Судебные приставы, блядь, приехали. А я застрял, блядь, сука. Кекс, пали меня. Ага, палю. Так, а ты застрял? Вы чё там, блядь, играете? Вот, Кекс, скажи, как выбраться из этой ситуации? Я вот не могу. Никак, терпи. Сука. Я просто рекомендовал таунт не нажимать в такой ситуации. Слышь, Кекс? Чё? Ну ты как бы, я тебе скажу, мерф, ты не прав. Черепаха. Покупай билет, черепаха. Кекс, надо композицию обязательно. Надо только придумать. Лол, мерф вообще норм придумал. Не сдался, блин. Я умесил до так конца. Так он не попадал, у меня 1 хп. Ну я не знаю, что он не попадал. Ну я говорю, не сдался. Лол, я появился и... А, это лаг, забей. Ну раз лаг, то лаг. Лаг, лаг. Просто вместо черного экрана вот такая вот херня. Ты мир в жопой сидел, как бы, поэтому там заметно. Не знаю, у меня текстур нет, я их не вижу, двери у меня нет. И я не понимаю. Это третьего лица, это понятно, где он. Я на воздухе сижу и прыгаю. И на солнышко гляжу, как говорите. Поехали, поехали, поехали. Ебать, я заткнулся, где тебе нахуй. Что это было, блядь? Это такой таун завязал. Лерой Дженкинс. Да, фонариков нету на этой мапе. Молчу, вы всех перфигарили, аж неинтересно. Чё-то мне карта немножко не вставляет пока. Она маленькая, по-моему. Поиграем, нормально, наверное, будет. Не, ну типа пока просто не нашел ничего, поэтому... Да, но я тоже пока вообще ничего не нашел. Тут подвал есть еще. Очень много предметов маленьких. Очень много. Я попросил на туалет, блять, меня уебать. О, так придумал. Ебах. А, здесь еще и под... Бля, я тупой, тут подвал еще. Ебать, лава. Кекс, 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 давай что-то исполнять. Что мутим? Я не знаю. Кого мутим? О, хорош. Лагает из-за... Да, давай. А я тогда вот так вот. Где? Блядь. А где? Давай, может, тут... Я не могу, короче, брать предметы из этих багов. А, давай вот здесь. Ну вот, вот здесь палево.
Почему? У вас тоже пропадают текстуры все время? Нормально здесь будет? Нет. Да, нормально, мне кажется. Так ведь, да? Да-да-да. Ёбаный в рот. Бля, Лёх, ну ты-то где в такой момент? О, ЛПНГ. Ну, Ванян, смотри, я в том же месте был в прошлом раунде, поэтому я знаю, что там этого не должно быть. Кекс, я думаю, у меня норм позиция. Ты видишь норм позиция? Я, где вы? О, вот это у вас дислокация, блядь. Бля, ну, Лёх, ты реально... Скажи, напишите в чат. Парень, я бил зомби Торпо. Да ладно. В смысле, это я рядом с... В смысле? Да ладно. Да-да-да. Я говорю, ты, блядь... Лёха, вот это вот. Лёх. Ага. Ты видишь вот то, что вокруг тебя? Ты видишь сейчас вот это? Да, так я ж. Понял, понял. А ещё подожди, стой. Мерв, ты, короче, получается. Лёха заткнулся так, такой. Ни разу не спалился. Второе тебя не должно быть тут. Какой ты еще? Лёха, ты понял? Вот они вместе вот тут. Бля, нормально, мы замутили с тобой. Я что-то не могу остановиться, ой, пиздец. У меня тут идея, но я боюсь, я все засру. Да не, надо same thing просто сделать. Финг, финг. У меня идея, я хочу кое-что сделать. Песню включить? Давай, я включаю. Нет, не песню. Не, слышит, это, по-моему, не. Надо было как раньше. Боже, гудок. Гудок, развернись, гудок, развернись. Бля, кто с тобой? Блин, там какая-то палка торчит, я не пойму. Короче, вниз иди. Видели ведь, как спектр. Кто улыбка? Кто улыбка? Улыбка вниз идти, иди вниз. Нет, нет, криво. О, вот, двигался, двигался в сайте, развернись, синяя херня, вот это вот. Да, вот, нет, правее, справа, справа. Какая, вот. Да? Блин, мне показалось, все мертвы, я вот двигаться стал, смотрю, этот ебак жив. Ой, блядь. Не, забей, а чё спектры палят-то? В смысле, чё палят-то? Ну, типа, Лёха, ты тоже не палим. Не, так я-то схватил то, что видит другой тип, я не знаю, как он не заметил. Ну, это его дело, как он не заметил. Так же, как вы не заметили, когда у вас на респе такой стол стоял. Ой, не стол, а диван. Стол, диван, так стол, блядь. Ой, боже мой. Вот и всякая маленькая хуйня. Нет, слышь, ты, тебе панделька по-другому показывается. Слышь, ты стоишь наоборот. Да-да-да, тебе нужно к этой стене. Вдруг. Потом, по-моему, он в подвале, не, ебах? Я не знаю, слышу. Лол, вот это норм. Лол. Вот-вот, где он, видишь? О, вот это же имба вообще, то, что вот сейчас. Кекс в чём. Я не вижу кекс на самом деле. А, вижу. Кекс, по-моему, пора троллить их. А где кекс? Я не пойму. А, всё, я вижу. Иван. Идет, идет. Идет, идет. Блин, а все в наушники играют или один? Да, все. Я в доме кекса. Потому что да, он вообще не туда смотрит, типа и звук идет с этой штуки. Да он сверху был на этой штуке. Так это не кекс, и чё ты опять инфу даёшь? Он спалился же. Ну, это ебах. А, ебах. Ну он просто, я не знаю, он слышит или нет, просто... Ну, а чё? Там, это, не очень понятно. Ну, нет, типа, когда... Короче, там непонятно, когда громкие звуки, когда тихие, там понятно, с какой стороны идёт. Чем будем? А мы опять, что ли? Алло, почему? А мы, видимо, выиграли, и мы опять. А, окей.
Ты ж помните, что я писал? Нет. А, это нельзя так. Или можно? А, нормально. Вперед кто-то? Да, я не знаю, у меня вот эти баги с текстурами, они меня пиздец подбешивают. Да, все хуёво, я же застрял в тебе. Кто-то дышит сильно. Бля, кто-нибудь мог бы посмотреть, да, как я выгляжу? Нет, посмотри быстро, как я, нормально выгляжу или нет? Бляша. Блядь. А ты что? Ну все, значит нормально. Почему я застрял? Ты же ездил в прошлый раз с этой хуйней. Вы же ездили? Да. А я застрял почему-то. А ты, видимо, слишком близко. Там, слишком, короче, близко, там на макс режиме просто жмякать и все. Так, в тексте то, что я написал? Нет. Лол. А там ничего другого нет. Есть, есть. Ну я нормально стою? А, ты да, нормально стеной. Стоишь. А ты один, что ли, остался? Лол, я вообще не видел такой девайс на этой мапе. Надо поискать, короче, что-то. Слышь, Лёх, лети напротив него. Напротив? Ага, да-да. Ничего. Видишь много таких хреней? Много каких хреней? Ну. Надо туда. Ну, про типа... Про эту комнату ты? Да-да-да. Но только не то, что ты написала. Так, а мы ж... Ты хочешь... Ты ну, хочешь мы... вот это? Да-да-да. Ну, можно. Кудачик не понимает вообще. Видишь то, что я написал? Да, да. Вот это там как раз влезает. Так. Я шахматная нет, фигура, много, слышь? Я шахматная фигура. Да, нет, да, вот это. Если... То тогда нормально будет. Не, я не стул, я шахматная фигура, убей меня. Он конь. Я конь, да. Надо было в комнату забегать и черепахой становиться. Да там кровать. Тащим попасту и наш план. Да, мы опять. А что за херня-то? Алло. Ладно, тащим попасту. Может килл? Убейте, давайте килл. Че, нам тоже охота поиграть? Давай килл. Правда, мне кажется, мы все равно будем. Можем? Да, мне тоже так кажется, что-то не создал неправильно как-то, может. Не, это вряд ли. Может, так, мы же были хантерами. Мы были хантерами, лоу. Да, мы опять. Может, это по раундам там, типа, не знаю. Может, ремейк сделать просто? К ней пойти. А слышите, я там уже. О, я нашел! Я нашел камбу, короче. Надо замутить. Они уже бегают, ищут. Лол, на... Чё за баг? Мне да, го еще раз скилл, короче. Вот а го хантер на баг, напишут все, слышишь? Давайте мы кем напишем. Тут просто, скорее всего, что-то типа, как что-то не стоит, какая-то штука, что свапает командой. Так мы же свапались командами, нет? Нет. Мы один раз свапнулись, и что-то заключено. Опять? Это поискать, значит. Ну и чё? А, ты хочешь, чтобы мы все вот этой темой были? Не-не-не, вот это вот, смотри. Какой? Да, давайте мы найдем, почему команда не свапает. Вот, видишь? Ты туда хочешь, за это? И чё эта тема? Ну а кто? А кто в том? А вот. Я в... Вот, давай сюда. А, стой, я понял. Ты хочешь, чтобы я был вот этой темой, походу, да? Только ну, я не могу разницы. Почему-то. Я не могу им. Да ту выкинь-ка просто подальше, шо ж ты? В смысле? Вот, ее берешь, откидываешь. А, я понял. Ребят, давайте посмотрим, почему команда не... Хороший баг. Давай рестарт сделаем. Нормально играть. Да, нет, другой, ты... я вот и чендж, смотрите, просто. Вот F1, вот и чендж, и поехали. Change Team там есть просто. Да не, вот for Change лучше делать. Change Team мы не сможем. Мы может что-то там... Баланс. Там есть Change Team и просто прыгнуть в другую команду, не? А чё за Made in USA? Не, мы же не будем каждый раз менять. Если такой же баг будет, то мы можем, допустим, там по 3 раунда катать, типа... Мы... Теперь создать попробуй. А, ну у тебя вообще проб-ханта нету, лол. Лол?
А, ну видишь, нету какой мод играть, у него пропханта на серваке нету. Ты паш пропхант. О, не паш пропхант, пропхант подписывался? Ну, сейчас, да, не так. Короче, пропхант надо подписаться. Да какая разница, мы можем так катать, просто не, по три раунда меняться, нет? Ну неудобно же. Ему там. Просто нажми поиск, и там найдешь моды, будет пропхант, и справа будет стрелочка скачать. Да как он создавал-то? Ребят, он же как создавал? Он мапу, мапа отдельно идет. Смотри, сетевая игра, там пропхант будет в списке, и справа будет стрелочка скачать мод. Вот это скажи мне, вот это вот подписал. В самой игре. В самой игре я весь прикол так и делал. Сейчас, дисконнект. Вот это сейчас еще раз сделаю. У тебя по-русски все? В смысле по-русски, ну нет, на английском. Еще можно в кинотеатр пойти. Ну вторая строчка, я не знаю, как сетевая игра. Нетворкинг. Из рукомьюни. Короче, вот когда я с сервака выхожу... А, Вада вон пришел, Вада. Создавай нам. О, Вада, может. Близки. Только карты. Это же карты. Мощную. Вады, мод-то есть. Да можно другую мапу? Мощную. Но мы это не доиграли. Да, ебать, завтра лютые катки, надо спать идти, походу. А кто с кем играет? Куча делать. Завтра пиздец матчи, да хуя. Кто с кем? Дайте инфу, дайте инсайт. Мы завтра и с Нави, и с Альянсами, и с еще кем-то. На Старладере, Лёх? А я не знаю даже. Нет, Дримлига с... кем с... Один на Старладере. С Нави на Дримлиге. С Нави, Дримлига, с Аликами, D2CL. Бля, мне я плюс за 9%. Ебать, вот это мне больше всего нравится. Я, правда, на Джейндоте сам смотрю. А что тебе больше всего нравилось? Ты не написал? Не написал в чат? Нет. Ебануться, что у меня с инетом? Рокскиз 5% Альянс. Вот, скоро конфа сбросилась. Я про это же и говорю. И 93% против Натус Винцер, Лёх. Ну, у вас хороший шанс, я смотрю, оценивается. Нормальный, да, вообще? Ну против кого вы считаете у вас больше? Вот так Альянса вы выиграете наверняка. У вас есть заготовки? Эмбер Трент. Помимо Эмбер Трент. Да. А еще это... Назл Сарадар. Да, Баланар, там Абадон, Титан. Да. Еще есть одна. Секреточка. О, Эмпайр, Сигма, изи. Эмпайр пошел. Да, там еще Эмпайр, Нави. Ну там кэф будет нулевой, особенно после поражения. Вань, тут горят в конфе, что Эмпайр бомжи. Я этого не слышал, и я их рот ебал, так сказал. Хорош, Юртис Провокс проговорил. Ханёш, хорош вариант. Так чё, я на Эмпайр ставлю, как бы, нон-стоп. Он создал. Изи мани. Живу в этом Майами. Лёх, ты зашел же? Не, я не могу, у меня с инетом что-то. Куда заходить? К Ваде? Да. А пароль? А вон там просто копирую все. Вада за нулевой. Вон, где копировать нету? Где? Да вон он написал. А, ну это у меня нету. А, у меня нету. Давай я напишу. Вот, видишь? Лол, нет, у меня чат вообще походу лагает. Ой, бля, сейчас я Вада лагает. А, лол, вот все разлагал. Это все в консоль можно просто пихнуть? Да. Теперь консоль не открывается. Я что не знаю, что у нас на этом. Бля, карта такая. Давайте только по фасту зайдем, напишем кильчик, там все дела. Да, то я сейчас сдохну, короче, и будете четвером играть. Четыре. Что-то это не заходит. А... Где-то он там... Он лагает, жесть. Все, я захожу. Так может скайп лагает из-за того, что я звоню, у меня и нет? Нет, не скайп. Это лагает. Катка? Это новая мапа, что ли, какая-то? Лютая катка. Ой, я еще не туда. Ой, слышите, это новая мапа, может поиграем? Вот так, которая... А можно писать килл и сказать, как я расположен, нормально или нет? Круговая, помните, такая прикольная, там, с кухней, вот это там где-то? Нормально. А, да, нормально. Если ты то. Так, понял. А так? Тоже нормально. Ну я, короче, я понял, короче, зеркальное отражение берется теперь. Предмета, да? Угу. Че, все зашли, пишем кильчик? Не, пусть кто-то это пропсы пишет, пишет, их меньше. Да какая разница, просто можем. Ой, его вообще все напишем-то. В
Все, все. Ой-ой-ой. Кекс не написал. А, я... Есть все. Прикольно, помните вот эту, где мы катали, круговая такая? Ну, по кругу бегаешь, там стульев много в середине, кухня вот эта. Помните? А, где эта сцена еще? Да-да-да. Там, где мы под лестницу лезем. Да-да-да, прикольная шмапа, не? Это... Ну, а что делать? Я нашел штуку, я полез. Ой, я нашел не только штуку. Короче, большие предметы просто с Макс РНГ берите, они изи берутся. А вот маленькие? Сколько? Бля, у меня раньше нормально работало, я не понимаю. Кто будет комбинировать? Я скомбинировал. Залазь, кто ты? Не, я. У меня вообще почему-то тебе перестали предметы браться адекватно. Бля, это ты, Макс? Всех сюда эту комбину сделать. Только вот это что лежит, блин? Кто-то через решетку долбит холодильники. Максим, понял, да? Бля, это на... Это надо со всеми сделать. Так, я, кажется, знаю. Ты за холодильники въебал? Слышь, Макс, я ровно стою. Это кто? Это Лёх, ты такой маленький? Какой? Да. Маленький вот этот. Не знаю. Или кто? Или Мерф, ты? Не, я ж писал. Я какая-то хуйня неведомая. Тут опять нету. Я понял, да, я про него и говорю, Мерф, а я около тебя стою. А ты кто? Смотри. А, понял. Вот. А, так на тебя... Это... Как я грамотно написал положить. Слово «стеллаж». Видели? Вот так. Стеллаж. Вон, рыбка есть. Лёх, читаешь что? Вот Мерф, смотри, я смотри, вот сейчас вот. Ой, я не вижу, я смотрю. Когда смотрю, мне. Ой, ты криво. Понял. Кекса, смотри, пройди чуть дальше, вот, пройди там чуть дальше, посмотришь, это, есть место одно, можно закрыться там вместе. Кто там отвечает? Ты самый беспалевый человек на свете. Да вы бы знали, где я стоял, я просто хотел к холодильникам встать. О, тут кофеварок стоп. Ну мы эту карту, короче, стартанули, но так и не сыграли, я помню. Холодильник. Ой, да, я уже двоих пошел. Что-то не понял, кто Лёха. Лёха, ты чё из этого? А, все понял. Ой. Кто там еще? А, ты один остался? Я так стрёмно. Лёха, ты стеллажа, где ты? Бля, стеллажа это пиздец, конечно. Тут комбинит самое то, короче. Вот он. Ванька. Это хотя бы так. В полете снял тебя. Хорош, понял. Хорошо. Что кто-то у меня прямо из-под глаз убегает какой-то мудак. Малёчку, кому хочу, там отдаю. Лоу, ФНГ, отойди, ты меня забанил. Ты оцениваешь мощь темной стороны. Но у меня предмет просто не берется, вот. Чё там, заспавнились? Чувствую себя Дартом Вейдером. У меня, не знаю, у меня какие-то проблемы с вот этим превращением вещи, Кекс. Да-да-да, у меня то же самое, братан. Просто ну, один... Чё, вещи какие-то не те или шо? Чё за проблема? Я просто не мог банк превратиться только что. Короче, рассказываю гайд по тому, как эти все вещи быстро проверить. Берете чемоданы, им, короче, по всем стеллажам проходитесь. Чтоб каждую не брать, просто толкаете всю сковородку. Лол, что я сделал. Опа. В дом зашла бутылочка. Хорошо, грамота. В дом зашла бутылочка? Ну это попугай вроде был, не знаю. Ну, похоже на бутылочку. Да, это гном садовый.
Здорово! Вот здесь можно сесть, смотри, закрыться просто с двух сторон. Лол, я сосиску нашел. Причем она на унитазе лежала. О-о-о, пацаны, я нашел нормальную тему. Есть кто на стеллажах, ребят? Последний раз спрашиваю. Ну ладно, как хотите. Че? Ну я рядом с... А, ты где ее нашел? Лол. Хорош, Лёх. Отняло 10 хп первый раз, выстрелил, а выстрелил 80 хп. Ты просто в духа еще попал, наверное. Ну да, да. А мне интересно, а в рыбку можно превратиться? Которая в аквариуме? Можно, то можно, по идее. Ну типа в любую вообще. Нет, там была какая-то мапа. Я, кстати, здесь все проверял. А, это гудок. Я говорю, давайте тупо мапу поиграем. Это без понтовок, это большая, там, а та прикольная. Да не, по-моему, это нормально. Да наоборот, не, это топовая. Та, которая была со сцены, вот она топовая. Да, мне тоже нравится со сцены. Там, типа можно прикольные всякие делать штуки. Да давайте не менять уже, в одну играть больше. Это шлак немного. Она голимая, давайте хорошую поставим одну, будем ее играть. Ну я вообще тоже за ту, ну типа можем эту пока. Да кого пару раундов тем сыграем. Окей, окей. Типа потом из-за этой даже один раз были все. А чё, мы последний у нас остался, да? Там так может таунты там повязаем? Ванька, F3 нажми. Уже нажал. Хорош. Я вообще ничего не слышу. О, он походу вообще куда-то далеко. Доктор Пеппер, видели тут? Ага. Олейте мне Доктора Пеппера. Я вон хочу, видел там что за ней? Тогда туда пройти можно. А, ты... Лол, холодильник открывается? Вот, бля. О, давайте это, кидать диск. Ща, ща, ща. Ну честно, удивлен, как вы не чекнули это. Бля, он не кидается, пол. Самое главное, там... Вода сходить. Ой, я нашел то, что мне нравится. Короче, мне лень все холодильники чекать, скажи честно, там есть или нет? Нету. Соло, тут твоя тема лежит, вот если ты ее найдешь, это знаешь как признак. Блин, я тут от холодильника спал. А я видел, я понял, о чем ты, ФНГ. За кассой там. Там за холодильником калькулятор. Ой, бутылочка за холодильником бегает. За кассой пачка долларов там лежит. Да, Соло. Ну она в ту дырку пролезла, которую ты хотел. Ну он закрой холодильники просто. Слева вход, да. Ну он обратно сейчас пробежит просто. Ты холодильник не закрыл, может в него забежать. Вон, по тобой же, не? Подними их, почекай. Он бутылочки такой был как раз. Банан, F3. А че ты бутылочки не почекал? Вон, смотри, еще под тобой одна. Они валяются на полу, ты что, не видишь? Пацаны, там бутылочки. Банан, давай, ебаш. Нажмите F3, 5 секунд, забей. Ваня, нажми F3. Ебать, здесь пила барня. У меня 10 хп было, я ничего. Мне сейчас не везет на музыку. Погнали? Да это без меня, я хз. Ну, хоть сюда, кто, вы где? Вот, смотрите, я прыгаю. Го сюда? Где? Вот здесь. Сюда? Да. И чем мы будем? А, ты вот такую прям хочешь замутить тему? Ну слышь, ты нормально лежишь, кстати. Только я, походу... Ой, бля... Ой, бля... Ёбаный рот. Бля... Всё, вроде нормально, я забаррикадировались. Подожди, а я нормально, ну, типа? Нет, как бы никто не нормально тут. Не, вообще никто. Судя по всему, я. Нас можно приближать, видели? А почему у меня все под галочками, зум, кроме гудка? Зум, ну, маус 3 нажмите. Это голосование. А, понял. О, лол. О, мы летим или что? Куда мы летим? Не знаю. О, слышь? Летим. Баррикадируемся. Так мы это... Слышь, Кекс? Все, нормально, так.
Ну я, Лёх, рад за тебя. Ну я сейчас тоже, походу, вылетаю. А ты можешь, нет? Ну я вылетаю, я смотрю. Сука, они... Кто со мной? Закрой дверь, блядь, не входи сюда больше. Да-да-да, вот, вот куда зашли сейчас? Давай, следующий. Ебать вы конченые. Сука, уйди. Ребят, плюс два сделали, нормально. Ладно. Я не видел тебя, что ты сзади уже. О, Мир, где нашел такую хуйню? Тогда смотри еще, где я. Нет, ну тут... Ну хотя найдут, наверное, если там... Но меня не заметили, я еще упал сначала случайно, потом поднимался опять. Если поорешь, то будет норм. Да не, если поору, мне, конечно, сразу заметят. Лол. Да, Мирин, когда туда подрубил, запрыгнул. Короче, слышите, давайте без него. Ну подрубил. Да, ты в прошлом раунде туда запрыгивал, когда я рядом стоял, не заметил меня. Я решил... Не, вада софтиком... Да, да, подпрыгивал, заметил. Смотрите, как лёг, вот подлетите... О, мне повисло. Меня слышно? О, да, да, тебя слышно. Ну там ещё, походу, скинул. В комнату, в которой мы были, там чувак лежит угарно. Блядь. А я не знаю, где ты был, где вы были. Всё, ладно. Он, короче, лежал так на локте. Ну, может, он отдохнуть перелег. А который час, ребят? По-моему, 5 это. Лол, на Ви 44%, Empire 56%. Я болею за Empire, ребят, с детства. Там мой любимый игрок играет. За кого? За Empire. Я бы слышал, сейчас просто сказал за Либрайт. Лол? А почему они не шевелятся? Они успели спрятаться вообще? Чё за хуйня? А, вы у меня невидимы, я думаю, это кто-то летает за этого. Пиздец, лол. Пацаны, я знаю, где лежит приколюха. Сейчас возьму приколюху, буду бабахать. Лол, жираф. Вы у меня невидимы, это нормально? Лол? Ты чё? Ладно, я на рандом стрелял, отвечаю. Понял. Да Лёха, блять, с базуки пробежал просто, ебанул в пол, Ладу убил. А чё Маус 3, вы говорили, чё-то приближать, нихуя не приближает. Приближает вообще-то. Это с оружием, по-моему, только. Нет? Есть кто, ребят? Признавайтесь, если я с базуки выстрелю. Вада, я норм лежу или нет, пожалуйста? Норм лежу. Да. А лицом вверх, лицом вниз, как вообще? Что, серьезно? Понятно, ты тут? А, так слышно, как мы вдвоем. А, я-то думаю, почему у меня камера не уходит. Я понимаешь, я ж написал, что кто вот это вот делает, остановись. Все читают? Я не понял, ничего. Да, вот это норм тема, я тоже смотрел это место. Бля, где вы были, я так и не понял. Что там ржете, что-то, наверное, в сорту. Бля, у меня, короче, модельки без... ну, короче, не отображаются, я перезайду. Пацаны, они в толчке где-то сидят, я чувствую. Это чё за свалка? Ебать баррикада. Как её преодолеть, гудок, ты здесь намутил. А, это я, кстати, намутил. Смотри, я застоял. Ого! Так вот, большой мир. Большой. Ты гранату кинул, что это было? Да. Откуда у тебя граната? Вот здесь я живу. А там за ящиком лежит. Наверху где-то, нет? Это, конечно, просто цирк. Кажется, это очень большая мапа. Нет, она маленькая. Тут просто есть несколько нычек, которых надо в первую очередь чекать. Остальные там такие. Да ну хз. Можно где угодно спрятаться. Слышь, Лёха. Ау.
Чё там? Смотри, сколько кукол мир. Да не, они наверху где-то, слышно же. Музыка топовая, кстати. Понятно, ты живой? Я живой, я еще и удивился, как я живым остался. А ты тут или ты там ушел куда-то? Я видел там чей-то ник. Я прям перед тобой, слышишь? Ты тоже нажимай, давай. Гудок, давай. Я хуярю. Шкури, пошли. Да, я тоже. Бля, я не понимаю, если вы в толчке, то я вообще не понимаю. Да лол, я прям в тебя же стрелял, там ник был. Да они в куче кукол лежат там. Ой, побежала кукла. Гудок, я же говорю, как ты этот ящик не видел? Ты чё? Какой ящик? Там ящик был? Какой ящик? Вот ящик в стене застрял, тебя не смущает? У меня он не застрял в стене. О, он мне сейчас показывает, что застрял. Он превратился в ящик. Сейчас он показывается, до этого он у меня был. Это не ты тут? Да бля, он прям при тебе превратился в ящик, и ты даже чё, не... Я обратил внимание, там слишком много сечений было. Там где много я всего. Я не смог его потом найти. Да, я ящиком был прям перед тобой. А что мы делаем? Я хотел превратиться в банку, превратился в ящик. Я, короче, сидел в кукле, Мервин промахнулся и в другую, честно. Ребят, по плану... По какому? Я прослушал все, и у меня мало времени. Ебать вы аккуратные, ребят. А где? Я понял, я первый был тут очень аккуратен. Вот ребят, тут, надо, вот тут, блядь, ну кто вот это? Вы чё, блядь? Кто буянет? Кто буянет? Ребята, не могли бы вы мне книжку вот подать с полочки, пожалуйста? Давайте все сюда. Стой, подайте книжечку с полочки. Го, все сюда. Ебать. Он меня через стену убил, чтобы вы понимали. Да. Короче, давайте и кикнем ваду по-другому. Блять, Вада. Ты как бы видно, как сюда прибежал, нет? Да я, я в скайпе в ультабе отвечал, у меня осталось мало секунд спрятаться. Бля, ну вот, говорите аккуратно, а сами типа это... А я не понял, кто первый зашел, а он все спалил. И книжку, ну попросил же подать книжку, я застрял, тиммейты. Это... Макс еще мучше. Макс с Новым годом. А попробуй это... Я хочу чуть. Ты его убил взглядом, Макс? На самом деле я испугался. Серьезно, блядь. Ты испугался маленького лепрекона? Что за лепрекон? Ебать. Кекс, давай в двойке работать. Что? В паре работать. Ага. О, гол вот эту мапу, плиз, которую мы по кругу играли, она ж вообще фановая. Помню круг, что за мапа. Давайте последнюю мапу и гол. Чё гол? Не знаю, ФНГ, мы не торопимся никуда. Мне только в 3 часа вставать. Мне тоже где-то так что. О, сейчас C9, ЕГЭ играть. Это недавно мне нужно было там позавчера в 9 вставать, и была нормальная тема, когда мы сидели до 8. Го, знаете что, как она называлась? Сейчас я вспомню. Паш. Мне вот это нравится. Про крыс что-то. Не, это стрёмно вообще. Говорите. Это канализации, вообще забейте там. Не, Warehouse это точно не то, забейте, это очень маленькая карта. Warehouse не надо, да. Паш, ну го вот эту вот поиграем вроде никогда. Вот Building A3 мы точно не играли. И Raven тоже. Building A3 мы Building играли. Go и ты.